Саша, ты знаешь, как за Дмитрия играть? Я на 20-й попрыгал. Там возьми книжку. О-хо-хо. О! Где-то. О, мать, что было, что такое не знаю. И еще, еще у нас. О, вот сковородка тут нету. Нету. Подожди, для блин. Нет. Да нет, для блинов я две выкинула. Я думала, вдруг тут для блинов будет. Та-то большая у нас хорошая. А хотя вот есть, смотри. Ты выйдешь и больше выливаешь? Ну просто так удобнее подцеплять. Красная это капельки. Ну вот наша ма. Ма. Да. О, футбол. Ну это вот так вот надо погода попали. Ну, пускай будет. Конечно, правда, ручки не снимается. Ну-ка, здесь снимается, посмотри. Пчела одна странная. Странная. Вот то и хорошо снимается. Мама, хватай, а мама есть. Но в рекорде он не будет. Да, я не могу. Да, я не стоишь, а в этом ага. Так, здесь надо что-то выбрать. Это какой? Мясной начинки, пирог. Мясной. А есть фруктовый какой-нибудь, с брынзой? С малиной, с яблоком, с курицей, с сыром, ветчиной с сыром. Это слойки. Да с чем? Вот лимонный, по-моему. Вот это давай, да? Что это? Домой? Да, домой.
яблоками. Вот с яблоками возьмем. Даня, где ты, Дань? Видишь? Я еще лучше себе машину сделал. Смотри, еще лучше машину сделал. Сосиской. Сосиска может быть невкусная вообще. Зависит от того, какая сосиска. Мне идея вообще не нравится. Иди сюда. Выгораживает. Взяли макароны, чебекинские гнезда. Ну что, я где буду внимать? Помогай папе. Только не мне, Данюш. Пляшку проводи. Как лучше? Сейчас попьем. Надо. Одевай. Одевай, Даня. Вот только моя одна куртка, эти все. Застегивай грудь. Откуда грудь снимал живот? А сегодня нету их. А там куртки есть? Да, вот тут были животные, сейчас их нету. Выходим. Мама, ты пошла выходить? Сейчас пойдешь. Смертельный номер. Ну, упасть.
открываем чуть-чуть. Ну что, аккуратно будете кушать? Да, давай сосиски. Открыть тебя? Я открыл. Я открыл уже. До конца? Ну вот. Сейчас пирожки перекусим, которые мы купили в кулинарии. Чем там пирожки? Я не знаю. Там где крышка? Дай-ка мне. Да. Так, пока не брать. Ну, вкусно. Пирожки. Ну почему? Может, просто, наверное, сейчас салфетки сюда поставим. Бам. Хочешь, я покажу самую дешевую машину нефти? Вот. Подтираем руки. И будем ням-ням. Будем играть ням-ням? Не обтирай машину. Будем играть ням-ням? Угу. Играть в игру. Подтирай ням-ням. Хорошо руки. Смотри, только одно... Вон там. Чтобы каждому не выходить, да, ходит, оплачивает. Надо пипец вообще подумать. А с другой стороны, если бы карта выходила, бы еще дольше было, да? Вообще такие вещи стоят отдельно просто. Сначала я плачу, там его сразу, чтобы не было очередей. Так, ну все, проехали, слава богу. Выезжаем. Вот какие красивые прям деревцы, листья. Ты царапаешь ее? Стукнул уже. Сейчас покажу, что купили в спортмастере. Ну, во-первых, куртку взяла себе вот такую. Мне она очень понравилась. Во-первых, она не пух, как я и хотела. А высокотехнологичная мембрана позволяет лишней влаге испаряться и защищает от холода. Вот материал. Показан тут. Изодаун – высокоэффективный утеплитель из микрофибры, который аналогичен натуральному пуху. В общем, как раз я вот пух не люблю. Он скатывается, а это то, что я хотел. Очень она теплая. Вот такой вот здесь отвод лишней влаги, чтобы не потеть, сделан под мышками. Сеточка, фильтр. Внутри застегивается, чтобы не поддувало. В общем, хорошо сшито. Мягенький воротничок, чтобы было приятно к шее. По цене она стоит 6000 рублей. У нее еще вот такой вот здесь кармашек есть. Очень удобно ключик положить, что-то. Кармашков много. Здесь кармашки. Потом здесь молния. В общем, удобно.
Так, и еще купила в спортмастере, помимо этой куртки, купила кофточку. Сейчас тоже покажу. Вот такая кофточка. Очень супер мягкая, отличная кофточка. Очень приятная к телу. 1300 рублей. Тоненькая. Ну, такие покупки в спортмастере. Вот так вот выглядит кофточка. Вот рукава у меня чуть длинные, но на всех кофтах у меня длинные рукава, я их подворачиваю. Взяла чуть-чуть посвободней, чтобы было удобно. И сейчас померю куртку. Так, вот такая куртка. Цвет мне очень понравился. Я люблю такой цвет. Thank you.